Это будет у нас следующая часть, уже шестая, получается, по счету. Гурбанова Бахар. Здесь уже на предыдущем видео были Курбановы. Я так думаю, это, наверное, все родственники здесь. Идем дальше. Нет. Ахмадова, Ариза. Ахмадова Анна Минаевна. Дорогой мамочке от супруга и детей, 2005 год. Ахмадова Мирза. Паша. Или Паша. Нет, Паша. Я не знаю, если это все родственники, то может быть и Паша. Я, конечно, извиняюсь, почему говорю. Мама Анна зовут. Написано все на русском. Здесь тоже. Возможно, даже и Паша. Может, это те люди, которые ко мне обращались, чтобы я снял их. Хотя мне другую фамилию называли. Ну ничего, я думаю, они разберутся. Федин Баба. Помним его. Ахмадовы. Это все Ахмадовы. Если было бы на русском написано, это было бы как есть месяц, такой месяц. Есть Зульхиджа. Арабский. На арабский месяц Зульхиджа. Мадава. Расмия. Это Ахмаду Ильхам. Здесь это Игида, ихний отец. Мирхан Зафидин и Мирханова Сехер. Странно, фамилию прикрыли фотографии как-то. Асанова Назлы Рахмановна. Это Ахмадова тоже. Достаханым. Ну, Биль. Ух, Билевна. Асанов Шейх Вахаб. Здесь вообще сложно прочитать. Очень сложно, непонятно. Ахмада Достаханум. Видите, сколько похоронено родных и близких. Тоже Ахмадова. Бейков. Бейков Сейфидин Баба. Сами хорошо его знаете. Бекова Майран. Кто у нас? Ахриманов Рустам Бекович. Ахриманова Инжи Хала
Вот. Это. Вот и все. Мурадалиева Лейварс. Айвазарош. Мурадалиева. На той стороне тоже были. Не знаю, не родственники или однофамильцы. Шахкеримова Сельми. Хала Мерза Денрош. О. Если это Малиде Хауди мама, то странно, я почему-то думал, что она в нашем селе, там похоронена в Дагестане. И похоже, и фамилия, и имя, все. Зала Урхулла Халун. Залава Хури Хала Забекова. Рухулла Хало, я думаю, многие помнят. В Рибкопе магазин был. Если вот так в Рибкопе идете, где этот Балали Хало, они жили, только с левой стороны был магазин. Хлебный такой. Там вот советские буханки, те, кто Советский Союз застал, они помнят. Такие большие буханки были. Вот там в хлебном он работал, мы хлеб ходили туда именно покупать. Рухулла Хало. Помним, конечно. И соседи с моей дедушкой, с бабушкой по материнской линии. Это вот начало Ворошилова. Все дети на стороне уехали, как и у многих. К сожалению, все разъезжаются. Мамалиева Рухсара. Не знаю. Фамилия знакомая Мамалиева. На германской, если не ошибаюсь, Мамалиевы жили, да, тетя Зина, они, это ихние или нет, не знаю. Так. Здесь придется мне по краюшку идти, чтобы сюда подойти вот так. Это... Залава Хейрса Хала Расулан Рош. Это сестра моей бабушки по отцовской линии. А вот здесь ее муж. Кстати, он был братом моего дедушки по отцовской. Два брата женились на двух сестрах. Залава Муса. Я думаю, его хорошо знают многие. Ой, сколько мы бегали от него. Раки, если ловили, он приходил обязательно. И мы убегали. Врач не выбрасывал, гонялся за нами. А Мусабаб был такой строгий, бубашка. Эй, Валстан Хало. Никто не знает, как кто... Когда мы уйдем, в какой день, какую минуту. Есть человек и нету человека. Вчера общаешься, думаешь, а сегодня уже слышу, что этого человека нет. Эй. Бухсай Хало. Такой любитель был и пошутить. Сказать такое слово, такое настроение поднять человеку. Саев Гюлли. Здесь у них Буксаева Салу. Буксаева на середине. Я часто на паузу ставлю здесь, потом проходить приходится. Тут не очищено кладбище, не ухожено в некоторых местах.
Расул, более правильно, Али-Рза, мы почему-то здесь букву И пропустили. Брат бабушки по материнской линии. Мало что помню. Мутно даже сказать его. Тогда Велетхана, Муслимат. Не знаю, если честно. И сколько таких уже мы, которых не знаем, мы забываем. Шагильдиева Рашид Закирович. Ребенком ушел. Жизнь солнца. Шагильдия Хафиз Буба. Застал его. Помню. И Шахгильдия Муфизат. Да. Вот здесь это все родственники, я так понимаю. Потому что Шахгильдия Хадиджа. Здесь. Шахгильдия Хурият. Шахгильдиев Арслан Закирович, тоже ребенок. Вау.